Ладно, я уже открыла. Но она уже знает, что это. По форме похоже, да? Да. Меняетесь? Да, я меняюсь. Да, вон вот. Здесь у меня помадки. Тебе идет розовый цвет, Ксюш. Может быть, ты как-то... Тут у меня лаки разные. Посмотрим, какие нам подойдут. Доброе утро. Добрый день. Вы нас не потеряли? Во сколько вы встали? Я в 9. В 9? А что так рано? Что это за маникюр? Маникюр? Ну что это? На Новый год это некрасиво, Маргарита. Мама, я видела очень красивые. Что-нибудь поинтереснее поищи. Вот. Угу. Поярче не хочешь? Ничего? Нет. Не знаю, я не нашла. Поищи еще. Всякие яркие, поярче что-нибудь. Мы только недавно проснулись. То есть я и папа. Я уже 3 часа назад. Клаус. Угу. Вот, и фокус не наводится. Сейчас я буду монтировать влог вчерашний. И будем снимать влог. Вообще-то на сегодня много планов. Вы сегодня будете играть в Among Us? Маргош, будете? Сегодня будут играть на Ксюшином канале. Видео снимать. В Among Us играть, и если успеем, я Маргарите ногти сделаю. Новогодние. У нас все закрыто, жалюзи закрыты, темно. Как будто бы не день, а вечер. Угу. Вот это я думаю, вот это. А, типа ферма какая-то? Да, чтобы надо строить это было. Угу. Урожай собирать, строить. Папа торт кушает. Оставшийся. Тортик вчерашний. Бонни зашла. Ты погуляла уже, Бонь? Отстегивай ее, Каролина. Подожди, подожди. Она вся мокрая. Там травка мокрая. Все. Так, продолжаем делать браслеты. Пока все не сделаем, Каролина не успокоится. Такой вот браслетик. С буковками, с бусинками. На. Только ты шкатулочку себе уложи, ладно? Не бросай. Мам, это уже на тот. Угу. А что еще делать? Делай, вот. Да. Давай делай. Вот смотри, вот такие вот большие. Можешь одну маленькую, одну большую. Одну маленькую, одну большую. Будет очень красиво. Вот так вот. Давай. Ты уже, наверное, забыла, как делать фигурки? Нет. Сделай эльфовую башню, как ты делала. Что крыто? И сосуд, чтобы пельно покажем. Забыла. Нет, я там сделала. Тер вот этот. Ну. Так, все, давайте подарки несите. Мама, он тоже. Зеркало какое-то маленькое, странное. Ну, на круг. О, смотри, сколько тут пола. А, ну, в принципе, это. Тут ящики такие же. Можно потише, пожалуйста? Нет, ну, камера это вообще... Мы думаем... Эй, нельзя драться. Маргарит, смотри, столик новый. Хочешь столик новый? Не, ну фокус, ты чё? Вон. Что это за столик? Вот такой. Конечно! Ну тут, в принципе, такое же, как просто тут маленькие отделения. Как сюда убрать вообще? Ну смотри, здесь еще такая полочка, здесь две полочки, там внизу тоже. Еще. Вау! Это форма. Нет, вот эту хочу. Зеленый. Я это уже когда-то. Мама, ты специально делала. Чего на ID 20 открывать? Сначала... Взяла порву. Ладно, я уже открыла. Но она уже знает, что такое. По форме похоже, да? Да. Ну вот теперь воткнешь туда помадки, и у тебя освободится. Сюда можно палетки, сюда можно тушь или что. Нет, маленькую, квадратную. А какую? У тебя есть это, которая... Этот... Нет, да. Маленькая. Она сильно маленькая, вот эта. Ну тогда не знаю, что туда можно.
Тени. Тени у тебя кругленькие, маленькие, есть же? Ну ладно, это потом сделаем. Давай, мы первые посмотрим. Мы первые посмотрим. Если это бутылек, это бильон. Я так и знала, потому что она мне... Она сказала мне, что мне попадется, у нее тоже есть. Потом сказала бильон, так, нет. Помада? Нет. Это для волос спрей, чтобы они не путались. Только на кончики надо брызгать, а не на корни. Мне нужно туда. Я выбирала 13. А я 9, я не знаю. Да, ты 9. Да, ты 9 выбирала. 9 и что? Вот 13. 13. А, да, и 9. Вот это, 9. Маска, это маска. Ой, конфетка упала. А это, наверное, просто это шоколад. Макс, будешь конфетку? На. Да, это маска! На! Маска. Маска. Какой маска? Вот где золото? Ну я хочу на золото. Мам. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, это знаешь что? Это с этим. Да, это моя любимая. Это как нуга, наверное, да? Ксюша прям везет на вкусняшки, мои сладенькие. Меняетесь? Да, я меняю. Да, вон, вот. Блин, мне маску тоже нужна. У тебя много масок? Нет. У тебя тоже. Нет, две. Ну как хотите. О! Подожди ты. Так. Сейчас я сюда буду убирать мою косметику. Так, пока что сюда поставим. Так. Мы точно положим вот эти вот помадки. То есть поставим нос. И еще это блестки. Тоже помада. Где моя другая палетка? Вот она. Ладно, вот эту вот палеточку. Так выглядит. Вот эту палетку мы поставим вот сюда. Это тоже какой-то там... Ну, просто она с блестками. Я его иногда мажу на лицо. Здесь у меня помадки. Здесь тоже. Так, ну, наверное, я вот эту вот тоже сюда поставлю, потому чтобы не выглядело как-то пусто. Так. А это хайлайтер. Это можно вот сюда поставить. Палетку. Вот здесь вот помадки, здесь хайлайтеры, здесь это бальзам. Это тоже бальзам для губ. Это вот хайлайтер. Это база, хайлайтер, это тоже хайлайтер. Щипчики. И еще щипчики для ногтей. Это у нас скраб для губ. А это пудра на макияж. Это точилочка. Вот так вот. Сейчас мы поменяем место. О, у меня все еще киндер остался вчерашний. Сейчас. Вот у нас снеговички. Так вот. Так лучше выглядит. Это у нас штатив такой. Так, вот здесь будут мои... Так, поменяем место. Деньги убери тут, смотри. Зачем тут маска, зачем тут... Все, ребят, загрузила я влог наконец-то. Я не знаю, говорила, не говорила, почему мы не снимали видео. Получается, у нас 18-го дня нет. Вот, в этот день, неважно, себя чувствовала. В общем, проспала полдня где-то. И, ну, в общем, влог не снимали в итоге. Да, бывает такое. Я, конечно, я тоже человек и тоже иногда устаю, да, и у меня сил иногда не бывает вообще что-то делать. Поэтому может быть и такое. Так что вы не теряйте. Если вдруг один день не выйдет влог, то значит устали, отдыхаем.
меня уже бусины эти, я не могу, они везде, Каролина. Ты когда делаешь браслет, нужно делать за столом. А я не хочу. За столом надо делать. Я не знаю, как, а Маргарита не поможет. Как ты не знаешь, как надевать, продевать эти бусины? Нет, в это ты ищешь маникюр уже? Писать. Не писать, а писать. А писать. Каролина, писать это другое. Красный, конечно, могу сделать. Просто здесь серебристый, потому что у меня платье серебристое. Могу сделать обязательно. Ну ты сохраняй. В общем, сейчас мы будем, Маргарита сейчас сделает скрин, или скрин делали, я не знаю. Маникюры будет искать себе, и я ей буду наращивать ногти. На, держи. Держи. Так, мы пойдем в Келлер сейчас, сходим, возьмем кое-что для ногтей. У нас должны были быть блесточки. У нас должны были быть блесточки белые, чтобы, а мы вот такие вот нашли снежинки. Нет, у нас вот есть красный. Маргарита, хватит. Как мне это уже было? Мама удержит. Вот такие блесточки. Ну тебе хватит. Да. На твои лапы. А? Когти. Все, пошли. Тебе идет. Очень красиво. Тебе идет розовый цвет, Ксюш. Может быть, ты как-то пересмотришь свой любимый цвет? Поменяешь на розовый? Нет. Тебе идет. Дело. Ну, в общем, сейчас мы посмотрим, что у меня тут есть. Тут у меня лаки разные. Посмотрим, какие нам подойдут. Потом пойдем снимать видео. Маргарита покажет, какой она выбрала дизайн. Тут вот разные блесточки. Где ты мне будешь делать ногти? Здесь? Я не знаю. Там, наверное, неудобно будет. Я не знаю. Здесь шумно. Вот это вот еще какая-то у меня тут. Бутылочки. Да, конечно, уйдут они в комнату. Ну, да. Вот здесь вот звездочка есть. Если захочешь елочку, чтобы я сделала, можно звездочку приклеить. Тут тоже какие-то камушки. Вот. И, в общем, это мы оставим. Это нам нужно. Вот такие вот у меня новогодние есть. Вот это вот. А здесь есть олень. Вот олень и вот олень. Не знаю. Корова. Ой, бычок, у нас же год бычка. А зачем вы это вот делаете? Это соединяете рисунки? Надо думать. Тут есть 580 вещей, которые можно соединить. А у нас 217. Соединить? А у Маргариты 333. Ну да, вместе, например. Это такое приложение? Да. Угу. Вот, например, алкоголь. Сначала у тебя только 4 вещи или 5 и вещей. Фрукты, 5 алкоголь вещей и фрукты. Это... Коктейль? Нет, вайн. А, вино. Да. Тренируюсь, ногти делаю. Я давно уже не делала с формами вот такими вот. И я решила на себе пока потренироваться. Сейчас спилю его. Нужно пропилить теперь. Такой длинный. Может, мне такие себе длинные сделать? Мне. Да. Такой ноготь. Вот, в общем, я пилила свой ноготь. Такой вот он получился, не знаю. Делать себе, не делать такие все. Да. Длиннючие. Посмотрим. В общем, я подумаю. Может, сделаю, может, нет. Крейзи. Смотри, подожди. У меня уже очередь на маникюр. Смотрите. Вот тут Маргарите маникюр сделаю. У меня очередь такая уже. Папа тоже пришел. Все хотят маникюрчик. Все, ребята, мы закончили делать маникюр. Время почти 12 часов. Без 10, без 8. Вот.
Но ноготочки пока вам не покажем, а то вам не будет интересно смотреть видео Маргариты. Оно выйдет во вторник, поэтому потерпите немножечко. Получилось очень красиво. Очень по-новогоднему. Вот, сейчас мы будем все убирать. Просто красота. И будем отдыхать, да? Да. Вот, все, теперь нам нужно здесь. Не можешь взять? Все. Ну, теперь будешь учиться, знаешь, такие мелочи всякие брать. Неудобно, да, наверное, одеваться. Ой, что я. Ну, они не такие уж длинные, прям, знаешь. От нас привет получать лимон. Лимонка их сестерс. Привет. Мы, короче, сидим тут, нам не спится. Время. О! Время почти полтретьего. А мы не спим. А ты же спала? Да. И проснулась? А что? А я не знаю. Короче, все спят, а мы не спим. Не знаем, что делать. А какие проблемы? Погулять пойти, что ли? Ага. Ладно. Будем спать, говорит? Надо спать, потому что завтра утром вставать, я завтра пойду за камерой снова. Завтра поедем покупать камеру новую. Уже это с этой невозможно. У нее фокус вообще не работает. Меня уже это само злит, что постоянно, когда снимаешь, нужно по экрану вот так вот тыкать, чтобы фокус поймался. А иногда не ловит. Иногда не ловит вообще. Ну, короче, это. Поедем, купим камеру, посмотрим, если она будет там, которую мы хотим. И будем снимать влог. А да. Нужно сделать ногти. У меня с одним как-то не очень. Странно как-то. Все, спи, давай. Пойдем в садочку. Все, всем пока. Спокойной ночи. Помните, пока. Пока. Давай, спи.